Я в этом бизнесе больше 40 лет. И все, кто посмел украсть у меня, сдохли раньше, чем хоть цент потратили. Скорее, идем! Черт, ходу, ходу, ходу! Мы свою долю заберем и все, или будет другая работа? Это телефон? А в чем дело? Его могли отследить. Да никто не пасет мой телефон. Парню нельзя доверять. С кем он разговаривал? В кассе не хватало 25 штук. Эй! Куда собрался? Ты не доживешь и до утра. Всегда продумывай следующий шаг. Ты на своем месте или ты непредсказуемый? Я, кажется, уже объяснил. Никто из укравших у меня не остается в живых.